занимаемся. Рисуем, лепим из пластилина, поделки всякие делаем. Да, это хорошо. Я тоже люблю лепить, рисовать там и всякое такое. А у вас тут вообще-то ничего. Уютненько. О, а это что такое? Ой, на крылышки похоже. Да это же выкройки. Я хочу сшить себе кофточку. Сама? Ты шить умеешь? Ну, немножко. Правда, мне тетушка Матильда помогает. Это замечательно. Я ведь тоже люблю шить. Правда? И ты уже что-нибудь шила? А, ну а как же, много чего. Вот, кажется, эту кофточку я сама сшила. Вот эту? Ну да. Сама? Ну, может, нету, не помню точно. А я много чего сшила. Веснушка, а может, ты мне поможешь доделать выкройку, а? Ой, а зачем выкройки? Я шью без выкроек. А как это без выкроек? Ну как? Просто-напросто берешь материальчик, берешь ножнички ножничками, чик-чик-чик-чик, иголочкой. Раз-два, 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 раз-два. А потом берешь рукава и... Иголочкой раз-два и сшитые рукава. Привет, Шунь, привет, Веснушка, ну как? Привет. Хорошие у меня стихи получились. Замечательные! А ты что, умеешь сочинять стихи? Ну, не то чтобы умею, но так пробую. О, вот это да! Какое совпадение! Я тоже сочиняю стихи! Да что ты говоришь? Слушай, почитай, пожалуйста, что-нибудь свое, Веснушка. А, почитать? Да. Ну что ж, пожалуй. Ага, вот только я не знаю, с чего же начать. А может быть, из раннего? Ага, из раннего. Значит, так. Ранним утром на рассвете. Хотя нет, ранние стихи, они какие-то очень уж ранние. Правда? А лучше я из позднего прочту. Ну хорошо, прочти из позднего. Из позднего, значит. Поздним вечером в лесу. А дальше я что-то не помню. Извините. То есть как ты не помнишь? Ну так это не помню. У меня в голове столько стихов собственного сочинения, что все не упомнишь. Ну постарайся, пожалуйста. Очень хочется узнать, что же там произошло. Где? Ну, на пушке, поздним вечером. Добрый вечер, друзья. Здрасте, дядю. Ой, вы как раз вовремя. Да? Веснушка нам свои стихи сейчас читать будет. Да нет, нет. Да я не буду ничего читать. Нет, 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 нет. И не уговаривайте меня. Я сегодня не в форме. Ну хотя бы один стишок. Коротенький. Да. Не буду. Ты лучше сам почитай, а я послушаю. А может, ты все выдумываешь? Может, ты вовсе не умеешь сочинять стихи? Ну как это не умею? Я и не умею? Слушайте. Поздним вечером в лесу Я поймала стрекозу. Ой, у меня получилось. Первый раз у меня получилось. Как это первый раз? Она сказала, что она уже много стихов сочинила. Ой, получилось. Да это у меня и шитьем получится. Как это получится? Ты же сказала, что давно шьешь. Ой, вы понимаете, я дело в том, что я это все сочинила. И что стихи писать умею сочинила. И что шить умею, тоже сочинила. Так, значит, получается, ты нас обманула, да? Нет, я просто нафантазировала. Мне очень хочется научиться шить, как Шуня, и сочинять стихи, как Коксик. Вот я и представила, что все это умею.
А я так и подумала, что ты сочиняешь, чтобы шить, да еще без выкроек. А мне, Веснушка, твой стишок понравился. А вы знаете, друзья мои, если хочется чему-то научиться, это уже очень хорошо. Вот Веснушке захотелось, и у нее получилось стихотворение. Значит, и с шитьем получится. Обязательно получится. Если хочешь научиться, обязательно научишься. Только хвастаться не надо, верно? Верно, уж этого точно не стоит делать. А хочешь, Веснушка, я помогу тебе научиться шить по выкройкам. Ура, ура, ура! Я буду учиться шить. Ага. А потом вместе напишем какой-нибудь стих. Отлично, но все это уже завтра, потому что пора ложиться спать, а тебе пора домой. Прощаемся с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До завтра. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго, мои хорошие, и ангела вам хранителя. Время чудес пролетело, спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи, друзья. Скажем